Собрать и запрограммировать квадрокоптер. Таким навыкам сегодня могут обучиться дети на занятиях по направлению аэроквантум. Эти кружки сейчас на пике популярности по всей стране. Желающих заниматься много. Поэтому учитель должен быть во всеоружии, считает Андрей Ивков. Защита иммунитета учителя – гарантия безопасности и для детей. Андрей Ивков в эффективности своей вакцины убедился в сентябре, когда заболела жена. Его же вирус обошел стороной. Я сторонник безопасности. Как личной, так и окружающих. У меня есть дети, у меня есть внучка. Мне нельзя быть больным разносчиком. Ну, лучше быть защищенным заранее, чем бороться потом. И все работают за компьютерами. В компьютерах стоят, все ставят антивирусник. Антивирус вы ставите, а прививку против вируса себе вы не хотите. Нонсенс. А вот коллега опытного учителя Максим Звягинцев с вакцинацией тянул до последнего. Признается, верил в силу молодого иммунитета до тех пор, пока отец не подхватил инфекцию. Ежедневно носил посылки в красную зону. Тут-то отношение к ситуации и поменялось. Я не хотел бы заражать людей, которые находятся вокруг. То есть я не хотел бы быть причиной того, что кто-то тяжело болеет. Вот. То есть у меня есть друзья, родственники. Ученики, с которыми я общаюсь, ну, сейчас дистанционно, но лучше сделать прививку, чем потом болеть, жалеть об этом. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции сегодня в регионе сделали почти 1 260 000 человек. Кампания продолжается, и в городе открыты более 100 прививочных пунктов, в том числе круглосуточные. Гульфия Сафина, события.